созданий, потерь, любви, поиска, страданий, ненависти, растерянности, удивлений. А все на вырост, все в творчество, все в топку искусства. Ну что тут говорить? Ну, друзья мои, не барышня, 90 лет это срок, позавидуй. И в данном случае, вот сегодня у нас в театре идет спектакль «Римская комедия», премьера. Приходите, и вы увидите юного Павла Холмского, режиссера-постановщика этого спектакля. Дорогие друзья, у нас сегодня скромный международный праздник у Павла Осиповича, режиссера, постановщика, художественного руководителя Академического театра имени Моссовета и постановщика нынешнего спектакля «Юбилей». Маленький-маленький! Уважаемый Павел Ильич, примите теплые поздравления с 93-м юбилеем. Здоровья вам и вашей замечательной семье. Много-много замечательных спектаклей. И надо-надо нам, вот всем, которые сидят в зале, к вам чаще приходить. Я вас поздравляю. Рад Моссовет торжество триумфатора видеть. Снова наш Холмский стремит в бой белогривых коней. Надо отдать должное Полощу. У него есть вообще чутье на хорошие пьесы. Так же, как у Леонида Геннадьевича Зорина, которому всего 91 год. Ерунда. Да. России нужно жить долго, Полощу. Поэтому живите долго, глядишь, через какое-то время еще что-то поставить. Это будет бесконечно актуально. Всего просто доброго. Сказать от всей трупы,
что актеры театра Моссовета вас любят. Актеры театра Моссовета вас очень уважают. Совета вам верит. Ну, как говорит, да? И актеры театра Моссовета вас чуть-чуть боятся. Ну, чуть-чуть. Пожалуйста, я хочу еще играть, чтобы вы поставили, я сыграла. Я так обожаю, когда вы говорите, Валя, не надо. Не надо. Я так хочу еще сыграть в вашем спектакле. И вы мне обещали. И коротко. По-моему, нам сверху обратится классик Леонид Зорин. Надеюсь, рядом с ним есть микрофон. Спасибо огромное, Павел Осипович. Спасибо за все. Живите долго вместе с вашей изумительной женой. Вместе с вашей прелестной медвечерьми. Будьте счастливы, нам всем на радость. Я надеюсь, что вы поставите еще много-много замечательных спектаклей и порадуете нас всех. Живите долго! Я вас люблю. Люблю безмерно. Без вас не мыслю дня прожить. Но как могли в своих премьерах Полосич вы меня забыть? Я дружен с вашей супругой. Я с нею много лет знаком. Желал бы быть ей верным другом и утешителем порой. Но я не создан для блаженства, душа волнением полна, талант и ваше совершенство. Сегодня знает вся страна. Смотрите же вы, какие розы вам заготовил юбилей. Как много есть у вас друзей. О, родной Моссовет, верен вам 40 лет. В 90 лет покорили весь свет. Удивительная вещь. Во-первых, все, что ты делаешь как художник, источает добро, доброе чувство. Просто, так сказать, цитата из Александра Сергеевича. И вот это добро, которое источает твои работы на сцене, все равно потому, что ты руководишь этим театром, распространяется каким-то образом на всех, кто тут работает. Я это почувствовал с первого спектакля, как я сюда попал. Я чувствую здесь себя дома. И я очень благодарен тебе за то добро, которое ты распространяешь вокруг себя. И поэтому заслуживаешь огромной любви. Поздравляю. Вам 90 лет, у вас своя дорога, вы можете смеяться и шутить, спектакли, как всегда, у вас уж очень много, и надо нам, вот всем, которые сидят в зале, к вам чаще приходить. Я вас поздравляю. Я же
спасибо, Полуща. Ну, я, правда, и заслуженная артистка тоже. Я и с Хомским работала, и мое ощущение, когда меня хвалили и даже писали хорошие рецензии, я думала, а при чем здесь Хомский? Я все сделала сама, потому что никакого давления, никакого я не чувствовала. Вот он меня выстроил, я все выстроила сама. И только сейчас понимаю, насколько же это грандиозное ощущение свободы. Кажется, ты сам, и незаметно тебя поправляют, тебя направляют. Я у Хомского учусь до сих пор. Потому что он преподает в ГИТИСе, я преподаю теперь в Щепке. И 3 года я ходила просто за ним как ученица в ГИТИС, потом пришла уже работать. Я записывала с первого урока, я могу издать книгу. Когда я ему что-то читаю, он говорит, не может быть. Я говорю, почитай, это ты говорил, это твое, Хомский. И еще самое-самое замечательное. У нас в Америке нашему старшему внуку в этом году тоже исполняется юбилей. 10 лет. И у него вместе с дедом будет 100-летие. И когда мы полетим туда, мы это 100-летие там тоже отпразднуем. Я тебя поздравляю. Что я могу сказать? Даже неприятно говорить, что всем хорош. Хотел бы сказать что-то критическое, не ко времени. Я надеюсь, мы выпьем, и я все ему выскажу. Что... А сейчас я желаю ему столько лет, сколько он не устанет жить. А он не устанет жить, потому что он жизнь любит как таковую. И театр для него, и спектакль – это жизнь. И зритель для него – это жизнь. И актер – жизнь. Я скажу честно, я не ожидал.
я скажу очень коротко. За такой вечер, за такой зал не жалко отдать жизнь.